Всем привет! В этом видео мы научимся быстро создавать свои проекты для CC2530. Проект AR размножается копированием примеров из папки Home Automation. Для примера возьмем Generic App. Скопируем его и вставим, нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. Далее нажмем клавишу F2 на клавиатуре. И введем имя, которое нам нравится. My Matt Generic App. Enter. Готово. Далее заходим внутрь папки и переходим в папку CC2530. И видим вот эти файлы. Вот эти файлы можно удалить, возможно, их у вас не будет. Buildlog тоже. Далее переходим по ссылке в описании на GitHub и копируем питоновский файл AR-rename.py. Он у меня уже скачан, я его просто перекидываю в эту папку. Но он может не работать. Исправленную версию можете взять из ссылки в описании на Яндекс.Диске. Далее запускаем файл, запустить PowerShell. Далее вводим то, что вы видите на экране. Python. Но для этого вам предварительно нужно будет установить Python. Далее точка slash rename и название проекта, которого переименуются вот эти файлы. Нажимаем Enter. Выходим из папки CC2530. Заходим в папку Source. У них осталось старое название. Если вы хотите их переименовать, нажимаете F2 и вводите ваше название. My Matt Generic App. Enter. И другие файлы можно также по примеру. My Matt Generic App. Enter. Остальные можно, в принципе, наставить старое название. Можно вот это переименовать для примера, чтобы увидеть ошибку, которая будет при компиляции. Также нажимаем Enter. Далее запускаем AR. У меня уже открыт этот проект. Я его закрою и открою заново. Для этого переходим в свою папку своего проекта. CC2530, My Matt Generic App. Все, переходим в папку App. До этого можно нажать F7 или Make, будут ошибки. В окне build. Вот. Далее я удалю все файлы. Нажимаете Shift и клавишу вниз. И удаляете. Либо по одному. Удаляете пунктом Remove. Да. Далее нужно сделать так. Add Files. Выбираем файлы в папке Source. Изначально может открыться в этой папке, поэтому кликаем назад в папку Source. Выбираем мышкой и открыть. Вот они передобавлены уже с вашими названиями. Нажимаете F7 или Build. Мы получим такую ошибку. Кликаете вот сюда, в окне Build. Здесь осталось старое название, поэтому оно не скомпилируется. Вводим свое название. Копируем для удобства. Снова нажимаем F7. И продолжаем, пока ошибка не исчезнет. Все, ошибка исчезла. Если появились новые ошибки, переходите в Telegram-чат в описании. Вам подскажут, что не так. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Пока.